Sasa. Good morning, everybody. Welcome to the Freedom World Blitz Chess Championship for Cadets. A few things about the games so that we avoid any problems. Доброе утро всем участникам. И, конечно же, всем родителям, тренерам. Сегодня мы начинаем чемпионат мира по блицу среди кадетов до 8-12 лет. И сейчас главный судья мистер Такис хотел для того, чтобы не было каких-то проблем, хотел некоторые вещи рассказать. The time control is 5 minutes plus 2 seconds per move, starting from the first move. And it means that every player has about 7 minutes to finish his game, and every round will start about 15 minutes. Напоминаем, что контроль времени 5 минут плюс 2 секунды за каждый сделанный ход, начиная с первого. То есть каждый участник имеет по 7 минут на свою партию, то есть длительность одного тура будет составлять 15 минут. We will play 9 rounds. With Swiss system,